Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». И начинаем с ивента. Сегодня, может быть, даже пройдем пару челленджев. Так, слушай-ка. Опять надгробие, да? Все дела, зомби там изящные. Ну вот зачем дают вот таких вот маленьких грибочков? Ну вот зачем? Блин, они же слабые. Блин, они сейчас запарятся пробивать вот это все. Тем более они со временем начинают исчезать. Если, конечно, мы с тобой не найдем удобрения. А, вот, тут есть еще пушка кокосовая. Ну, может быть, от этого и будет какой-то толк. Надеюсь, что будет какой-то толк. Так, мелкий зомби идет, а? Мелкий зомби идет. Так, давай поможем здесь. Так, ну-ка посмотрим, сможем ли мы уничтожить этого зомбика. Сможем. И это круто. Так, а это он у нас идет с ведром. То есть довольно крепкий зомбарь. Так, кокосовую пушку мы с тобой прибережем именно для него. Для этого зомби. Да? Ну-ка, поехали. Ой. Ой-ой-ой. Успеем ли мы? Успели. Вот это, вот это я понимаю. Так, что, вторая волна собирается у нас? Ребят, придется удобряшку использовать, если не хотим потерять эти грибы. И спрашивается, зачем я это сделал, да? Так, ну-ка, иди отсюда. Будет он мне тут ускорять. Так, давай этих теперь. Ну что такое? Сейчас этот рыцарь начнет поедать мои грибы, а? Конечно, начнет. Куда же он денется-то? Нас только спасет что? Кокосовая пушка, если успеет. Она успеет. Она успеет бомбануть. Плюс мы с тобой удобрение нашли. Слушай, ну, вроде бы неплохо. Справимся мы здесь. Правда, вторая волна пошла. Бережем с тобой удобрение. Пушка, встаем, 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 встаем. Не спим. Так, здесь бомбанем. Да тут надо везде уже начинать, как говорится, атаку. Так, грибы собираются исчезнуть. Новое достижение я какое-то получил. Какое-то новое достижение, это хорошо. Достижение это всегда, ребят, хорошо, потому что у меня уровень растет. Так. Окей, давай здесь шмальнем. А, здесь. Так, 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 тихо, 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 тихо. Ну вот зачем? Вот зачем ты это делаешь? Зачем ты поедаешь моих маленьких беззащитных растения, а? Вот скажи, пожалуйста. Тебя сюда не звали, ты сам пришел. Так что будь добр, оставь, пожалуйста, мои растения в покое. Ну что же, отлично, ребята. Я тебе скажу одно. Мы прошли это испытание довольно неплохо. И хотелось бы глянуть, что нам здесь выпадет. А ну-ка. Ох ты. Как вы его называете? Чернильный горохострел? Чернильный. Или зараженный. Я не знаю, как правильно это будет. Но я тебе предлагаю сделать следующее. Давай мы еще разок с тобой сыграем, да? И получим дополнительные, как говорится, награды. Они никому не будут лишними. Ну что же, я готов. Опять те же самые зомби. Опять та же самая тактика, ребята. Может быть, даже ускоримся. Сейчас посмотрим, как пойдет процесс. Да, тут можно, в принципе, наверное, немножко побыстрее сделать скорость. Пока здесь ничего сложного не будет. Так, это мы прибережем. Но... Чё ж так долго-то? Так, если этот ханорик подойдет сюда, мы, естественно, с тобой из пушки-то его и уничтожим. Так, выставляем сюда грибы. Так, этот идет, да, зомби у нас? Ханорик идет. Так, у меня, по-моему, хотят... Так, давай-ка скорость помедленнее сделаем. Блин, эти грибы хотят у меня исчезнуть уже. Что-то как-то не вовремя они решили-то исчезнуть. Вот, удобряха. Поехали, поехали, поехали быстрее, пока не исчезли. Ну что же. Идет армия. Идет. Так, здесь можно, наверное, ускориться маленечко. Маленечко буквально. Чутка.
Так, зомби здесь нечего делать с ускоряшками. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, блин, все-таки на ускорение как-то слишком быстро, я не успеваю, ребят, среагировать, просмотреть все это, да? Так, ну ты-то куда прешь? Почему мы его не подбили? Объясни мне. Он должен был отдуплиться, хотя он и так отдуплился. Давай, бамс. Блин, мне бы удобрение не помешало бы. Вот, вот здесь вот идет зомби с удобряшкой. Вот, мы его подбили и активируем. Вот так. Самое то, что нужно. Пушки вперед. К бою. Ну. Вот. Так, давай, наверное, мы с тобой еще активируем. Так, шикарно. Блин, вот здесь вот большая. По-моему, их стало больше, чем в первый раз. Тебе так не кажется? Вот что-то мне кажется, что их стало побольше. Едят, понимаешь ли, а? Мои маленькие грибочки. Без угрызения совести. Ты посмотри на них. Куда я стрельнул? Зачем? Да что ж ты будешь делать? Блин, подходят. Вот эти-то подходят ко мне. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. На, вот грибок, ешь. Еще ешь. Пушка, ты когда это... Зарядишься-то? Зомби-то тут уже вообще разухарился. Все, друзья мои, прошли. Денег, конечно, у меня трындец. 1620 монет. Очень много. Так, опять горхострел. Подсолнух-близнец. И 1000 золотых. Ну что же, давай смотреть, что здесь еще у нас есть. Что новенькое. Так, мне, конечно, Пенни Пурсуит хотелось бы пройти, но... Я не знаю, как, ребят, там проходить. 70 тысяч этих заработать, без понятия. Наверное, надо зайти еще на огород. Просто глянуть, что у нас тут. В плане. Все стоят в ожидании. Странно. Так, арена. Пенни. Может быть, Пенни обновилась? Да, конечно, ага, обновилась. Для меня прям, специально. Где мы с тобой остановились-то? Вот здесь. Ай, блин, с этими зомби. Так, что бы нам с тобой взять? Гравитация, мы убедились. Это ерунда, да? А, так тут, подожди, тут другой режим. Или не другой? Ну, если я возьму, например, вот это вот. Ага, другой режим, друзья мои. Хм. Так, значит, у нас здесь и Гаргантюа будет, и эти. Но этих, ладно, мы можем с тобой сдувать. Возьму Кливер. Наверное, здесь понадобится мне... Скорее всего, подсолнух нужен будет. Мины. Лаву Гуаву возьму. Возьмем защитника с тобой. Так, наверное, бомба нам. Мина, то и это... Вишневая бомба пригодится. И можно, кстати, взять... капельку замораживающую, да? Ну, вроде бы, в принципе, как и все. Ну, я даже не знаю. Ну, можно попробовать взять еще Дейзи. Ну что, поехали? Ребят, посмотрим, как пойдут дела у нас здесь. Но нам нужно защищать с тобой вот эти цветочки. Так, кливер, если что, на готовке. Так, подсолнух ставим. Куда, кто, где пойдет, я не знаю. Давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Есть капелька, которая может заморозить всех врагов. Но пока ее не будем тратить. Как говорится, в самую необходимость, да? Давай, подсолнух. Так, этот, по идее, должен сгореть. Еще один мелкий ханорик бежит, а? Довольный такой. Наяривает. Так, Дейзи, давай, помогай. Успеешь ли ты бомбануть-то его, кстати? Вот в чем вопрос. А, у нас же еще с тобой здесь есть перец, отлично. Который раз в 23 секунды нам будет помогать, да? Плюс сейчас мы получим с тобой удобрение. Ну что же, жизнь налаживается вроде бы. Потихоньку. Волн здесь всего 3.
Так, удобряшка. Так, лава. Блин, вот это плохо. Бобух. Секунду. Давай вот так вот. Блин, мина. Заморозим нафиг всех здесь пока, да? Здесь поставим лаву-гуаву. Почему я не могу ее влепить? А, она стоит. Все стоит, все отлично. Так, защитник. И ставим теперь Дейзи. Ставим с тобой Дейзи. Тут взорвем. Так, мне понадобится клевер. Так, улетели пташки. А здесь лаву-гуаву. Ну, мины по периметру. А почему я не могу мину поставить здесь? Интересно. Так, 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 сбрасывайте их в воду, правильно, вот так вот. Упс, а я их могу? Твою ж налево, почему капелька не срабатывает? В чем проблема? Не надо давить цветы, эй! Сейчас даванет, да? А этот-то куда полетел? Трындец, упустил я этот момент. Что еще там за музыканты бегут? Никаких музыкантов нам не нужно здесь. Капелька, ну-ка, заморозь их, пожалуйста, всех. Блин, защитник, давай-ка вот так, наверное, сделаем. Ага. Ну, вроде бы, пока живем. Пока справляемся. Воу-воу-воу-воу, сколько вас тут бежит-то. Аглоедов этих. Нам нужно с тобой уничтожать, по идее, пушки, которые там очень сильно нам мешают. Они стреляются, понятное дело. Блин, хотел проверить, а подожди, подожди, а как-то они так... Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! А как вы прошли через цветочки? Они их раздавили, друзья. Цветы мои раздавили, гаденыши эти. Тогда придется их бомбить. Давай вот так вот заморозку сделаем. Я только сейчас понял, что кроме Дейзи у меня никто далеко бомбить не может. Давай-ка вот так сделаем. Минус. Так, Дейзи, давай уничтожим с тобой вот эту вот пушку. И внизу, да, еще одна стоит. Для этого нам понадобится Дейзи. Ё-моё. А мелкие все-таки выходят, да? Потихонечку. Выплевывается, так скажем. Слушай, а ведь, по-моему, когда вот эти вот мелкие зомби летят, и я применяю, предположим, клевер, они же сдуваются. Они должны сдуваться. Верно? Фух, ну здесь мы с тобой прошли. 800 монет. И выполнил квест, и еще получил 5 гемов. Так, и у нас с тобой что открылось там? Можно посмотреть? По-моему, последний этап, да? Какой-то последний, ага, конечно. Еще 2 гема в плюсе. 16-й этап у нас с тобой доступен. Ну что, пойдем на него? Так, здесь у нас награда 1000. А здесь тыква. Так, ну что, давай, наверное, глянем. Мне бы хотелось, конечно, получить тыкву. Ага. Надо накопить 1750 солнца? Вы серьезно? Ё-моё. Так, ну что, здесь нам опять же понадобится клевер. Так. С бочками, да, идут? С бочками. Значит, возьмем лаву-гуаву. Шипы надо взять. Надо взять еще шипы. Или можно взять... Вот этого. Сдуваем, замедляем, да, все как полагается. Плюс вишневую бомбу. Возьмем фасоль. Орех, я думаю, здесь нам не понадобится. Или понадобится. Ладно, возьмем его. Подсолнух и мины. Как ты думаешь, нормуль? Я думаю, что, в принципе, должно все у нас получиться.
Поехали. Главное, чтобы вот этих не сожрали. Так, и... А, у нас еще ограничение... Ограничение по солнцу. Блин! Вот это плохо. Вот ненавижу, когда есть ограничения, ребят. То есть нам нельзя с тобой упасть в минус. Вот так вот. Ну что же. Наверное, мы с тобой сделаем вот так вот. Вот так вот. А дальше-то что? Фасоль? Или как нам сделать? Зря я взял вишневую бомбу сюда, получается, да? Угу. Надо было Дейзи брать. Ё-моё. Действительно, надо было брать Дейзи сюда. Так, ну тут одна волна, но зато какая. Офигенная, да, будет? Кар-кар, я тебе сейчас покаркаю там. Иди отсюда. Летает он мне здесь. Так, можно сделать вот так вот. Блин, эти пираты еще. Ну, предположим. Предположим. Господи, они достанут. Так, а я могу их, например, сбросить в воду? Ха-ха-ха-ха. Могу. Вот так им и надо всем. Давай сюда орех выставим с тобой. Блин, горелый. Вот, вот что мне здесь прикажешь сделать? Ну, тут понятно, можно вот так вот бомбануть. Плюс их всех в воду. Ну, окей. Эй, подожди, подожди, куда вы летите-то? Разлетались летуны. Не знаю, здесь поставим, наверное, лаву-гуаву. Попробуем еще вот так вот сделать. Правильно, всех их в воду. Но проблема в том, что у нас с тобой очень мало... Тихо, не надо. Неужели справились? Да, друзья мои, 10 тыкв я зарабатываю. Прокачка перков. Хм. Слушай, по-моему, сейчас будет босс у нас. Шкала яр... Нет, не накопили мы еще. Не накопили. Так, ну что же, нам доступен следующий этап. Это у нас 17-й. А что здесь? Ага. 5 вот этих зараженных горохострелов. Уровень сложности 8. Тут 11. 11 я вряд ли потяну. Так что попробуем здесь. И все это дело у нас происходит в порту. Да? Ну да. Так, выберите перк. Ну давай вот это я возьму. Блин, опять гарантюа. Тут еще и пират. Опять же летающий, да? Ну что нам на этот раз сделать? Есть магнит. От него толку здесь никакого. Давай, наверное, возьму Дейзи сюда. Подсолнух мину. Лаву-гуаву возьмем. А кого еще? Кстати, мы можем вместо вот этого взять вот этот подсолнух. Плюс горхострел. Итак, клевер понадобится нам. Скорее всего, нужно будет брать орех. Или не надо? Лучше, наверное, вот такой вот взять, да? Арахис. И, наверное, нам... Нет, не ты. Твою же налево. Как же быть? Может быть, взять нам гриб? Отравляющий. Вот кто знает, как лучше, а? Они будут идти. Тут нет у нас, да, никаких цветочков. То есть мы можем с тобой, ну, драться здесь до последнего. Можно взять кукурузу. Нет, лучше я возьму вишневую бомбу. Ну что, ребята, пробуем. Ага, нет цветочков. Как раз цветочки-то тут и есть. Если они их раздавят, соответственно, сразу же побежит орда, ордище. Так, давай Дейзи сюда поставим.
Собираем это все. Что, уже? Ну так быстро, блин. Хорош. Еще эти пираты со своими этими будут. Блин, надо было сюда защитников ставить. Господи. Так, ладно, поставим пока арахис. Пока поставим арахис, сюда мины влепим. Ну куда ты идешь, а? Олух, вот, уже пираты, ребят, уже пираты прыгают тут вовсю. Так, надо их уничтожать. Там еще эти летающие бегут. Так, лаву гуаву сюда поставлю. Мины на подступах. А почему так быстро арахисы съедают мне? Эй! Ну куда вот вы летите, а? Пташки. Что такая сильная бочка-то крепкая, эй! Да ну, блин, уже что ли пошел гаргантюаха? Ты серьезно? А что так шустро-то? Твою налево, они мне помяли все цветы. Ироды, а? Давай, бомби. Будто у нас с тобой есть какой-то вариант. Блин, сдули, да? Мы с тобой пиратов этих сдули, отлично. А тут-то что, пирата этого не сможем бомбануть? Эй-э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 й. Хватит, хватит, хватит. Да что? Ну почему они проходят-то, эй? Ну вот как мне с ними тут, блин, драться, воевать? За счет подсолнуха? Да это бред полный. Мина, мина, подожди, может быть мина? Вишневая, блин, ну. И им все равно. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Хотя бы так, друзья мои. Что вот я сейчас сделал? Объясни мне, что я сейчас тут вообще сделал? Чушь, по-моему, да, я сделал? Ну-ка. Так, сейчас сработает у нас с тобой газонокосилка. У меня не получается, друзья мои, с ними здесь побороться. Они меня здесь проминают. Причем на изи. Да этот гаргантюа вообще неубиваемый. Понимаешь? Он вообще неубиваемый. Идите вы отсюда в лес. Ну. Ну ты посмотри, что тут происходит. Нет, 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 ребят. Наверное, не выйдет ни шишарики у меня. Даже если я сюда мины поставлю, даже подсолнухи эти меня здесь не спасают. Надо пушки уничтожать. Пока пушки будут, друзья мои, бомбить, ничего хорошего из этого не получится. Ну давай ты, подсолнух, ну. Окей, предположим, давай тут вот бабах. Тут вот так вот. Как тут еще с ними воевать? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Да не может быть, чтобы этот Гаврюша прошел. Фу. Да, друзья мои, это было что-то с чем-то. Это трындец. Но я все-таки отстоял свое право здесь, чтобы жить. Так, босс готов. Ну что, друзья мои. Блин, награды какие вкусные. Ну я, наверное, начну с самого простенького. Я хочу, во-первых, глянуть, что здесь за босс. Что он из себя вообще представляет. А то сейчас распишут меня здесь по полной программе. Так, какие-то опять условия у нас. Давай сюда перец. Я уже понял, что здесь за босс будет. Блин. Да, босс здесь очень противный, на самом деле. Может быть взять гриб отравляющий. Возьмем, нет, подожди, нет. Вот так вот сделаем, да? Плюс Дейзи. Так, он же давит растение, насколько я помню. Слушай, а он ускоряет кого? Можешь же, по-моему, посмотреть, да, кого он там
ускоряет. Как почитать такие красоты? Никак. Никак. А подсолнух нам нужен будет здесь тогда, получается. Лава гуава, дейзи, подсолнух и яблочная мортира. Но против летающих-то нам нужно с тобой взять клевер, чтобы их сдувать. Вот так, скорее всего, нам надо будет делать. Ну что, друзья мои, рискнем? Все-таки босс. Не, а бы что. Так, нам дают возможность выставить мины. Давай сделаем. А, туда нельзя? Понял. А, вот так. Плюс поставим сразу с тобой подсолнухи. И яблочные мортиры. Так, и еще, да? Ну, как-то вот так вот, на первое время. Поехали. Прибыл, блин, засранец. Давай смотреть, что у нас получится из этого всего дела. И, конечно, лазербин лучше всего против этого говрюши. Особенно, когда под ультой. Вот он там вжаривает. Он там будет бомбить по-черному. Так, дейзи нам нужны. Удобряшку никак нельзя упускать. Будем с тобой выставлять гаргантюашек тогда. Пускай они ходят тут, бомбят. Так, летит. Эй-эй-эй-эй, где мой клевер? Вот он. Правильно, сдуваем всех. Так, яблочная мортира. Но мы с тобой вот так делаем. И не забываем про клевер. Ни в коем случае про него забывать не надо. Так, погнали. Может быть, нам еще с тобой вызвать гаргантюа сюда, да? Как вариант. Что происходит? Я вообще... Ой, у меня тут удобрешек. С удобрениями перебор. Ну что, мы его там валим, не валим, я не вижу, ребят. Если честно, я на это даже внимания не обращаю, если честно. Так, мортира, погнали. Так, перки еще срабатывают. Все у нас, по-моему, все хорошо, друзья. Там здоровье у него последнее осталось, да? Сейчас мы его бомбанем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, подожди. Сдуваем. Как вы сюда, гаденыши, просочились-то ко мне, а? Смотри, хавают там, а? Но не тут-то было. Друзья мои, ну что, первого босса мы с тобой победили. Награда будет полная. Награда будет у нас с тобой полная. Но она будет маленькая. Ну и, как ты понимаешь, босс сам по себе тоже довольно легким оказался. Сколько там нам еще? 36 секунд еще воевать. Воу, даже гем выпал, ничего себе. Это большая редкость просто-напросто. Давай мину. Мину мы с тобой... А, ее съели уже. Воу, начал психовать. Начал, друзья мои, он психовать. Так, этих сдули. Удобряшку успел подобрать, да? Погнали. Сюда поставим дейзи. Слушай, ну тут что-то он в конце-то, посмотри, он что-то слишком люто стал бомбить. Все, это, друзья мои, здесь мы с тобой победили. Первую уровень сложности, то есть 2200 я получаю, плюс 10, я не знаю чего, и 10 мортир. А что вот здесь мы получаем? Так. Ага, 5 орехов мне дали. Ага, и 5 редисок. Ну и 10 мортир яблочных. Так, у меня, по-моему, энергии больше нет. Так бы можно было бы, конечно, рискнуть на второй уровень сложности. А, я могу.
Ох, друзья мои, ну что же. Слушай, а вот это я зря сделал. Знаешь почему? Потому что здесь я справлялся за счет своих растений, да? Гаргантюашек. А у меня сейчас ульты нет под них. У меня же сейчас нету под них ульты. Вот это я лопухнулся. Ладно, берем лаву-гуаву, мину. Так, у меня вот здесь вот есть. С ультой. Возьму бомбу. Орех, да орех здесь не спасет меня. Это стопудово. Так, что же можно еще тут залепить? Клевер. Возьму. А стрелять-то мы чем будем? Надо кого-то взять, чтобы бомбить по этим зомби. Дейзи. Да, без гаргантюа меня здесь, по-моему, друзья мои, размажут. Наверняка размажут. Поехали. Тот-то уровень был сложный, согласись. А тут меня вообще расклепает по полной программе. Ладно. Попробуем отбиться. Шанс, конечно. Что? Зачем? Что-то ни с того, ни с сего. Твою налево, я забыл взять подсолнух. Ё-моё, да? Как так-то? Без подсолнухов еще пошел. Ну, зашибись. Молодец, Рэй, красавчик. Лучше, блин, не придумаешь. Додумался, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это так глупо было. Это, друзья мои, было очень глупо с моей стороны. Хотя тут энергия вроде бы как падает. Не знаю, как она мне здесь поможет. Так, лава-гуава. Ну, мины. Так, давай вот так вот сделаем, наверное. Ну, удобрение выпало, да? Выпало удобрение. Да иди ты, уже гаргантюаха бежит, ты прикинь. Так, клевер. Сдуваем эту всю шелупень отсюда. Энергия солнечная, окей. Блин, гаргантюа. А они же здесь сильные. Я не знаю, мы только вон можем его останавливать и все. Да и то ненадолго. Так, давай мины. Плодить. Есть такая возможность. Да давай ты отравляй этого. Чего такой толстый-то, жирный, блин, поезд пассажирный. Он достал, ну серьезно тебе говорю. Смотри, я не могу его уничтожить. Плюс ко всему тут эти еще летят, да? Да надо же, подбили. Счастье-то, блин, какое, а. Так, эти тут еще летают. Зашибись, мы с тобой лишились, да? Все-таки лишились одной газонокосилки. А, они тут возвращаются. Тогда окей. Тогда, может быть, все-таки сможем здесь как-то разрулить ситуацию. Блин, там еще один гаргантюа. Ты видишь? Да-да-да-да-да, вот здесь вот он. Блин, не хватает. Не хватает, ребят, запала. Ох, сколько у вас тут аглоедов-то бежит. Ё-моё, ты посмотри, нам просто дище идет. Просто несусветная орда. Ё-моё. Ты знаешь, как будто мы за миллиард долларов против зомби заключили, да, и пролетает, а? Ладно, фиг с ним. Ничего не поделаешь. Но здесь я, скорее всего, не пройду, друзья мои. Во-первых, времени 22 секунды. Во-вторых, у босса еще очень-очень много здоровья. И, как понимаешь, у меня не вышло. Не выходит у меня его подбить как нужно. Все. Этот этап я не прошел. Ну, потому что у меня нет растений. Не было растений, которые могли бы ульту. Гаргантюа очень хорошо с ними справлялись. Типа, хочешь продолжить? Там, по-моему, дадут нам сколько? Минуту, если я не ошибаюсь. Будем тратить.
Ну, давай потратим. Давай потратим. А, какую минуту? 26... 30 секунд, короче, ребят, всего лишь дают. Но это несерьезно. Я даже не могу с мертвой точки сдвинуться. Как стою на четвертом этапе уровня, да, здоровья, так и стою. Ну, ладно, фиксим. Проиграл, так проиграл. Нет, если, конечно, взять какие-нибудь хорошие ультовые сюда растения, да, мы бы с тобой могли бы пройти. Ну, хотя бы деньги получили, да, 1700. Окей. Так, что, еще и пиньяту какую-то даже заработал. А, нет, это 1700 монет. Ну, я предлагаю, может быть, в следующий раз пройти, если нам повезет, и у нас будут хорошие растения. Для этого нужно зайти на огород и посмотреть. Вот это у нас потрачено, и посадить новые. Что у нас здесь выйдет? Ну, вот я тебе сразу скажу, боулинг, в принципе, неплохо был бы. И вот гаргантюаха, который будет за нас. Да, в следующий раз мы порвем, я думаю, этот уровень у босса. Ну что, теперь я думаю, наверное, сходим на арену. Кстати, надо забрать реворд. Так, 5 гемов. Тут еще 2 гема, по-моему, да? И тут сколько-то, я не знаю. Ивенты. Так, конфеты. Эпический квест. Ну что, ребят, поехали на эпический квест. Попробуем здесь разобраться. Угу. Показали мне, да, кто здесь будет. Надеюсь, мне дадут здесь слизень. Мяту слизневую, которая будет мне усилять. Да, конечно, дадут тебе тут слизневую мяту. Жди. Губежки раскатил, ага. Так, ладно. Тут еще летающие зомби. Зачем мне лук? В данный момент я пока не знаю. Слушай, ну они прикольные вот эти вот. Мне нравятся. Они плюс кислотой, да, как бы, или чернилами, я не знаю. Они наносят дополнительный урон. Куда ты вот там летишь, а? Так, ускоритель. Надо вот здесь вот нам, наверное, дыхание зловонное сделать. А что, я не понял, лук не работает на этого чувака? Странно. Я думал, все должно работать. Так, не будем пока тратить. Еще одно удобрение. Так, а что вы меня луком-то этим одним травите? Дайте мне что-нибудь другое-то. Что-нибудь посерьезнее. Блин, один лук выдают. Зашибись. Так, это пошла вторая волна у нас. Готовимся, ребята. Выставляем, отбиваемся как можем. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо, чего у вас так много-то? Эй, охламоны. Так, по-моему, пора здесь, наверное, вот так сделать. Твою же налево. Давай вот так вот. Везде с тобой лук этот посадим. Так, это, кстати, последняя волна, судя по всему. Если отобьемся, то первый этап пройдем. Но не забывай, что первый этап, он самый легкий. Дальше будет сложнее. Ну, что же, не можем справиться с этими охламонами. Так, еще давай траванем их. Подбить-то мы можем их или нет? Что вы там делаете? Все. Да, друзья мои. Первый этап прошли с горем пополам. Так, их здесь 5. Переходим с тобой на второй и смотрим, что нас там будет поджидать. Да ничего хорошего, поверь мне. Абсолютно ничего хорошего.
Поехали. Нечего, как говорится, тут долго ждать, да, и рассусоливать. О, уже два гаргантюа. Мощный и водяной. Но мы тоже, как говорится, да, подготавливаемся с тобой. Тут уже три волны будет. Вот с этими простенькими зомби мы вообще с вами на изи разбираемся. Очень быстро и легко. И без проблем. Так. Блин, почему они не дают мне мою супер эту мяту? Она бы здесь вообще идеально зашла бы. Согласись. Так, фараон бежит. Давай, наверное, вот так сделаем с тобой. Поставим здесь орехи. На всякий случай. Не зря дают столько много удобрений. Видимо, подготавливают нас к нападению гаргантюа. Так. Шипастая лужайка. Пускай стоит как раз перед орехами, чтобы наносила дополнительный урон. Вот так. Выставим везде это все дело. Но, правда, гаргантюа их все равно, ребята, уничтожают. Вот эти вот лужайки. Это, конечно, плохо. Так, ну что, будем бомбить. Давай, наверное, ударим одной, как говорится, ультой. Так, еще один пошел, да? Да, друзья мои, еще один гаргантюа вылез. Бумс, видишь, он уничтожает просто их на месте. Ой-ой-ой-ой-ой, он бросает. Да куда ж ты бросил-то эту... Не туда ты применил ульту, парень, не туда. Так, давай-ка под ноги ему. Да, сразу же разбомбил. Там еще один идет. Окей. Давай опять орех поставим с тобой. Да ну, вы серьезно, что ли? Со всех сторон решили на меня тут нападать. И сверху, и снизу, и посередине. Ну да, так и выходит. Он уже начинает крушить здесь все. Водяной, внизу. Так, вверху подбили. Слушай, это, по-моему, последний, да? У нас гаргантюа, который выходит. Есть. Так, ну что я тебе могу сказать? Второй этап у нас тоже с тобой пройден. И остается еще три. Три стадии. Поехали. Что на этот раз для меня здесь придумали? Давай-ка посмотрим. Ой-ой-ой-ой. И костеплю, и там идет, да? И плюс этот, блин, фигово. Ну что, лазербин. Давай, не подведи меня. Так, плюс у нас с тобой боулинг луковицы здесь. Надеюсь, от них будет здесь толк. То тихо, то громко. Я не пойму эту игру. В чем проблема? Так, пушки появились. Так, ну пушки, естественно, нужно уничтожать, потому что сейчас начнет стрелять, да? Из них своими мелкими зомби. Пираты еще, блин. Так, ну этого-то подбили. Молодцы, красавцы. Так, а здесь еще чувак с палаткой идет. Вот его тут только не хватало, чтобы он палатки свои тут расставлял. Тоже мне путешественник фигов. Давай, давай, давай. Вот этого чувака с ведром на голове уничтожим, молодцы, красавчики. Все, вон. Вон он. Гаденыш идет. А он тут не один. Он тут не один, их тут дофига. Это плохо. Сейчас начнет. Все, мне тут путать все карты. Окей, освободили. Да ладно, а что так легко-то? Я думал, будет посложнее на самом деле. Но, как ты видишь, мы справляемся. И причем довольно неплохо. Все. Слушай, ну третий уровень мне показался самым легким, если честно. Вообще на изи. Но, возможно, за счет луковиц, конечно же, боулинг и то, что здесь лазербин. Плюс мы их еще отравляли, они получали урон. Как-то вот так вот. Ну что же, тем лучше для нас. Остается всего лишь два этапа пройти. Давай смотреть, что на этот раз нам тут приготовили. Шуты. Плюс динозавр. Зачем это делать? Слушай, а вот они все равно будут, по-моему, отравлять этих шутов, да? Несмотря на то, что они будут здесь крутиться, вертеться, как волчки.
По-моему, так. Блин, сейчас будет ускорять, да, по-моему, их? Он ускоряет же, да, ускоряет. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, бомбим, бомбим. Блин, а шутов, если он будет ускорять, это будет плохо. Вот они появились. Ага, все-таки они отбивают. Они, друзья мои, отбивают обратно. Вот объясни мне, как мне его сейчас уничтожить, а? Понял. Вот так вот. Ну и заморозить, конечно же. Как вариантик. Блин, не надо тебя, ускоритель. Вот звали его, а? Кто-нибудь звал его? Я не звал лично. Окей. Нам нужно как можно быстрее их уничтожать, чтобы не проснулись. Так, еще один, да? Дудки тебе. Воу, воу, воу. Перебор, друзья мои, перебор был. Что делаем-то? Так, откинем его еще, наверное, с тобой, да? Слушай, что так вас много-то? Твою же налево, блин. Видишь, они отбивают. Отбивают мои снарядики. И не получают урона, конечно же. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Ё-моё, вы серьезно? Да вы хорош. Смотри, что происходит. Смотри, что они тут придумали, блин. Так, погнали. Но раз не хотят они по-хорошему, будем мы тогда, ребят, по-плохому. Это не дело, согласись. Фига они тут придумали халявку для себя. Нет, никакой халявки не будет. Не в этот раз, дорогие мои зомби. Вот куда ты прешь, а? Мало тебе, да, было? Так, этот не успокоится, все. Крутится, вертится. Ну, подбили. Ну что же, друзья мои, остается у нас с вами последний бой. И я так понимаю, здесь вот награда будет как раз вот этот вот горохострел. Я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, именно он. Так, и двигаемся дальше. Кстати, он, по-моему, тоже, я так понимаю, чисто донатный. Его только покупать можно. Или за семена открывать. Не знаю, можно глянуть это все в энциклопедии. Так, курицы. Твою же налево. Пеньки. Интересно. Ну, предположим. Блин, а курица, как мы с курицами будем с тобой справляться? Вот что меня интересует. Наверное, я зря вот так вот сделал, как сейчас делаю. Надо вот так было влепить. Чуть-чуть подальше. Нет, ну справляется, горохострел у нас. Так, а этот как интересно будет? А что он не... А, не стреляет, потому что врагов нету. Так, посмотрим, к чему это все дело приведет. Поставим с тобой отравляшку. И сейчас пойдут, наверное, эти хорьки. А, тут еще пианисты фиговые. Слушай, ну курицы сгорают. Причем довольно быстро. Кстати, надо будет взять на заметку, что курицы сгорают от огненных снарядов. Причем довольно быстро. Тихо, 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 тихо. Что там происходит-то? Что за выкрутасы такие начинаются у них? Успеваем? Да вроде как успеваем, да, справиться? Так, еще Гаргантюаха, да, там идет? Ну, а как же без него-то? Без него быть не может. Никакой абсолютной ситуации. А что если мы пень сделаем вот так вот? И что это у нас такие за снаряды там? Непонятные вылетают. Мощные, видимо, какие-то. Так, поехали. Надоело уже любоваться на него там. Слушай, ну, по-моему, все очень вообще великолепно было.
Причем так быстро мы с тобой прошли вот этот последний эпизод. Я думал, будет все намного сложнее. Нет, все отлично, ребят. Ну что же, остается получить нам с тобой нашу пиньяту, которую мы заслужили, и пойти, наверное, на арену глянуть, что у нас там происходит. Так, давай смотреть. Да ладно. Арахис дали мне, и все, что ли? А, нет. Дали мне картофельную мину. Чомпера дали, который за деньги покупается. Крокодильчика, которым я не особо пользуюсь. И морковку. Все? Все, ребята. Ну да, так себе награда, если честно. Но, в принципе, я здесь особо сильно не утруждался, согласись. Прошел легко. Так, ну что, мы с тобой идем на арену. Хочу просто посмотреть, заглянуть на нее, что там у нас, сколько нам не хватает. Да и вообще, как там дела обстоят. Когда откроют новый мир, а, друзья мои? Когда откроют новый мир? Плане. А, то есть за то время, что я отсутствовал, уже прошел турнир. 20 пиньят у нас на кону. Так что, ребят, давайте-ка мы, наверное, с вами сыграем. Так, а сейчас же условия поменялись. Так что на этой арене я еще не был. Давай смотреть, кто здесь и что здесь. Нет, нифига не поменялось. Так, а вот здесь уже прикольно, друзья мои. Здесь уже все растения даются нам с ультой. Хе. Ну что же. Я только за. Так, подожди-ка, мы с тобой возьмем лучше. Вот так. А подожди, здесь не нужно даже их брать, ребята. Вот такую вот команду я взял. Лазербин, наверное, тоже нам здесь не понадобится. Будет проще, наверное, если мы возьмем с тобой. А что мы с тобой тут возьмем? Кого выгоднее взять? Гриб? Да вот так вот сделаем. Все, ребят, поехали. Тьфу, сейчас мы их разберем, я надеюсь. Я надеюсь на это. Let's rock. Начинаем с мин. Наверное, да? Оу-оу-оу. Сколько вкусняшек. Так, тик, блин, я, ребят, забыл. Я забыл, что здесь летающие. Да. Моя ошибка была. Ну, что ж поделаешь. Забыл и забыл. Так, ну я, правда, проигрываю своему оппоненту. Он уже там неплохо так очки нарубает. А я тут что-то ерундой какой-то занимаюсь, если честно. Так, ну, ладно, фиг с ним. Вот куда вы летите? Куда вы летите, а? Кукуруза, бомби. Так, а ему интересно, можем с собой зомби уменьшить, который в шару? В шару, в шаре, ё-моё, в шару. Воу, ты посмотри, как у меня оппонент меня переплевывает. Не знаю, что-то я тут начал какой-то ерундой заниматься. Надо было брать одни мины. Да, и все, и делов было бы на копейку. А так... так я проигрываю, потому что зомби не идут, я их замедляю. Все что угодно делаю, только не уничтожаю их. Да, и это правда. Я работаю чисто на замедляху. Да, и в этом большущая, огромная моя проблема. В этом огромная проблема. Давай тогда минус с тобой расплодим хорошенечко, да? Вот таким вот образом. Ну, что дальше? Сделаем с тобой вот так. Опять же мина. Опять же кабачок. Кабачок там давит капитально всех. Просто на ура. Плюс заморозка. Так, этот идет у нас, да? Где зомби-то? Что зомби-то? Все исчезли куда-то, я не могу понять.
Куда ты, кабачок, прыгнул-то? Ай, дурила, дурила. Так, откинули, типа, да? На, дави, дави его. Кабачок, дави. Молодец, раздавил. Слушай, самый противный, это все-таки, получается, маг, который у нас находится в шаре. Заметил? Он очень сильный. Так, и что, мы проиграли? А, нет, мы вроде выиграли. Выиграли, друзья мои. Так, а что у него тут было? Угу, он брал кливер. В плане... А, ну да, все, ребята. Это я немножко уже начинаю тут... Думаю, как это я своих 20 пиньят не получил. Вот они. Вот они, эти 20 пиньят. Давайте мы посмотрим, что из них выпадет. Ух ты. 30. Ну, спасибо. Так, 10 гипногрибов. Ага, солнечная жаба. Так, ага. Чуть-чуть не хватило. Какой-то кристальный цветочек. 10 редисок. Понятно. Пуф-шрум. Лунный цветок. Слушай, ну неплохо, неплохо. Так мы с тобой наполучали сегодня. Смотри-ка, в этих 20 пиньятах. Я очень доволен. Так, и цветочек уменьшатор, да? Виолет. Так, древний орех. Так, ну этот у меня, ребята, тоже есть, но он... Опять же, его нужно покупать. Электрический грохострел. Тоже, ребята, нужно его приобретать. Оп, скоро этот орешек маленький прокачается. Оу, киви. Так, тоже, ребята, нужно его покупать. Ну, я тебе скажу, я доволен, ребята. Реворд достойный, на самом деле. Достойный. Так, у нас еще с тобой две перчатки. Мы можем... сыграть еще два боя. Нет, можно, конечно, еще получить 4 перчатки. Так, давай немножко Яга. Блин, Яга, я, по-моему, уже дрался с Ягой. Мне кажется, это уже как бы эти боты. Давай попробуем немножко другую тактику. Уберем вот этот цветочек, уберем кукурузу, уберем заморозку и поставим немножко по-другому. Например, вот эти шипы влепим, да? Так, хурикали я брать не буду. Возьмем, наверное, с тобой вот эту мяту. И знаешь, что еще хочу попробовать? Где у меня эти семена-то? А, вот. Фасоль. Вот я не знаю, ребят, что из этого получится, но хочется просто посмотреть, как это будет работать. То есть у нас с тобой есть вот эти вот горохострелы, да, зараженные. Плюс есть мята. Просто хочется глянуть, как это все будет работать. Так, тихо. Кабачок 12 улев, куда полетел? Да блин. Что за тела? Что происходит, ребят? Что они так активировались-то вдруг? Да. Все-таки надо было брать нам с тобой клевер. Надо было брать клевер. Он очень хорошо против летающих работает, поэтому вообще заходил бы здесь просто на ура. Так, а он воздушные цели не может подбивать, да? Насколько я помню. Давай всех их сюда. Всех под одну гребенку. Смотри, что творят, а? Сюда, так, мину. Кабачки, баклажаны. Все будет у нас с тобой, как говорится, как на лучшем столе, да? Ну куда вы там бежите-то все? Я даже не знаю, куда вы.
влепить сюда, наверное. Поставим. Так, кабачочек. Сюда вот так сделаем. И сразу же активируем мину. Посмотрим, что у нас из этого получится. Да ничего, что-то не получается. Все равно этот говнюк мелкий пролетает. Не срабатывает мой фокус почему-то здесь. И странно. Только кабачок нам здесь поможет. Нет, надо будет еще взять клевер все-таки. С ним, ну как ни крути, все-таки попроще, друзья. Эти летающие, они все-таки могут успевать пролететь. Тут еще эти, блин, маги. Магистры кислых щей. Давай, давай сюда всех. Под нож, под шипы. Но. Дави, 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 дави. Кабачок их всех там. Вот, что мне нужно было. Так, погнали. Бу-бух, нифига там. Колоссальные взрывы получается. Так, вот здесь, наверное, мы на шипы их всех. Ну вот куда ты ползешь, а? Ты еще лопатник. А, тут мы, ребята, проиграли с вами. В этом бою я лузер. Почему лузер? Ну, потому что противник сильнее меня был. По уровню. 4-го уровня. Он тоже играл через... А, вот что. То есть это растение хорошо влияет на такие вот, да? На грибы. А я рассчитывал только вот на этого. Вот в этом, в принципе, ребята, и фейл был. Ладно, все равно я получу эти 4 конфеты. У нас еще с тобой одна перчатка есть. Давай переиграем. Давай переиграем с тобой немножко по-другому. Хурикали он брал, да? Для того, чтобы сдувать растения. Это, конечно, все хорошо, все правильно. Но я не буду так делать. Я все-таки буду немножечко по-другому работать. Можно вот так вот сделать. Клевер. Где клевер? Вот с ним будет вообще имба. Кстати, надо будет его и прокачать. Он хочет... улучшится. Так, мина. Мина. Ну, Дейзи, Дейзи вряд ли здесь нам понадобится. Вот этот вот есть только еще. Наверное, будет неплохо. Проверим, как это все будет вообще выглядеть здесь. Хотелось бы глянуть. Так, давай энергию мне срочно. Ага. Вот, мы с собой насобирали. Так, начинается с кучи летающих этих. Ну и вперед, как говорится, с песней. Кучу гаргантюа, который нам понадобится здесь. Куда ты там летишь? Ты думаешь, я тебя не вижу? Летающие ты отродье. Вижу я тебя там, прекрасно вижу. Давай, кабачок. Но, конечно же, взрывы на макаронной фабрике. Подожди, 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 подожди. А как ты, как ты, гад, прошел, а, в этом своем шаре? Я не понимаю. До сих пор не могу врубиться, как же он это делает? Неужели на него ничего не влияет? Так, давай, давай, вон, гаргантюахи, видишь, что творят там? Просто полнейший разнос. Тотал какой-то по уничтожению у них выходит. Так, летунов сдуваем. И бомбим. По-жесткому бомбим. Кто-то мне сказал, что этого чудика можно подбить, да? Вот этот, который кардио-зомби. Ну, если честно... Ой, как я тут-то просмотрел маленько. Ну, как этого кардио-зомби подбить, я не понимаю. Ты посмотри, что происходит, ребят. Я здесь даже не смог, потому что зомби здесь довольно сильные. Они не уничтожаются с полтычка, как ты рассчитываешь на это, да? Ладно. Хотя я тут особо ни на что и не рассчитывал, если честно. Вон, летающие там бегут, сломя голову.
Ну, дайте мне еще что-нибудь. Что-нибудь еще хорошее, такое полезное, удивительное, нужное. Клевер, например, да? Вот они ползут. Ироды со всех щелей. Так, клевер нужен? Пока не нужен. Вот гаргантюа нам понадобится. Давай вот так сделаем кабачок. Сдуваем. Опять этот, смотри, опять он бежит. И опять ему на все пофиг. Он просто давит. Даже несмотря на то, что у меня растения, ребята, делают ульту, он все равно их проминает. Что за дела? Как-то этот фокус не срабатывает. Ну что ты летишь сюда? Летающих надо сдувать срочно. Все. Так, а здесь у нас что? Ребят, мы победили. Здесь я все-таки выиграл. Хотя смотри-ка, что они все творят, а? На грибах играют, на грибочках на своих. Ну, в принципе, да, эта тактика может, как говорится, имеет право быть здесь. Но я не хочу играть чисто на грибах. Просто не хочу, ребят. Так, я что, на втором месте? Неплохо для начала. 6 конфет, как говорится, положили начало сбору. На следующую мяту у меня не хватает, сколько там, 2 мят всего лишь, да? Это электрическая и еще там какая-то. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на сегодня будет достаточно. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть. Так что всем удачи и до скорого.